Часть 12. Конец эпохи. Бог огня. Люкан. Люкан. И да, и нет. Что случилось с Рейденом? О, моя часть, привязана к моей душе. Он сделал меня богом, по крайней мере, на данный момент. Богом? Невероятно. Теперь это он вне ее весовой категории. Мой двойник-призрак. Я впитал в себя его знания о планах Хроники и его крепости. Я знаю, где песочные часы. Мы можем победить Хронику. Отчаяние приходится находчивость. Не думала, что Рейден способен удивить меня. Наш успех уже не предопределен. Необходимо поторопиться. Приготовьтесь к столкновению. Это значит, что ты вернулся. Это значит, что мне очень жаль, Джеки. И да, дьявол, подери, я вернулся.
Посторонитесь. Неужели битва проиграна? Это почти в наших руках. Песочные часы вот-вот будут готовы. Не дайте Люкану помешать мне, но вам потребуется помощь. Что бы ни случилось, для меня честь сражаться на вашей стороне. Взаимно, Люкан. Для меня тоже, брат. Да защитят нас старшие боги. Люкан, бог грома и огня. Соединенный в один с Рейденом, ты приобрел определенные преимущества, но этого недостаточно. И уже слишком поздно. Китана, Кун Лао. Дар Рейдена защищает тебя от силы песочных часов. Бесполезно. Твои союзники исчезли, а мои стали защищать меня. Прикончите его. Внутри тебя течет энергия Дзиньсэ Зеленого Царства. Позволь ей разжечь твой огонь.
Отойди, я не хочу причинить тебе вред. Вред? Ты же убил меня. Моя судьба была предрешена, когда я примкнула к тебе и к Рейдену. Это ошибка, которую я не хочу повторять в новой эре. Бог огня Лю Кан против Китаны, бой первый. Наша связь не была ошибкой. Твое эго не знает границ. Я не просил об этом. Эта участь была возложена на меня. На твоем месте должен был быть я, Лю Кан, с самого начала. Благодаря хронике так и будет. Бог огня Лю Кан против Кун Лао. Бой 2. Ты все еще жив. Да, Кроника, ты была права, когда опасалась мое объединение с Рейденом. Сила полубога не смогла совладать с помощью старшего Баху Цетрион. Как пожелаешь, мама. Ты сражаешься со мной на равных. Потому что сердце твое не в бою, Цетрион. Ты борешься за идею своей матери, но будучи богиней добродетели, ты знаешь, что ее баланс безумие. Внемли моим словом, Цетрион, ему не достает нашего видения и мудрости. Прошу тебя, нет никакой добродетели в том, что обречь миры на бесконечную войну. Величайшие добродетели – это исполнение воли моей матери, Лю Кан. Я не могу ее подвести. Бой номер 4. Бог огня Лю Кан против Цетрио.
Твое сердце обманывает тебя, Цетрион. Я подвела тебя. Дорогая Цетрион, ты отлично справилась. Но осталась последняя услуга. Да, мам, я понимаю. Ты возвышишься в новой эре, Цетрион. А ты, Люкан, потерпел поражение. История возвращается в начало, уступая место новой эре. Нет. Миры, какие ты их знал, уничтожены, стерты. Ты не можешь спасти будущее, которого больше нет. Есть только новая эра. Бой 4. Бог огня Лю Кан против Хроники. Пробежат на дарю времени. Здесь история заканчивается, начинается заново. Узри начало новой эры. Я намеревался оставить твою судьбу нетронутой, Лю Кан, пока не появился Рейден и не сделал тебя бессмертным. Теперь тебя уже нельзя игнорировать. Да начнется новая эра.
intended to leave your destiny intact, Liu Kang, until Raiden went and made you immortal. Now you cannot be ignored. Fight. С тобой или без тебя, я восстановлю ход времени. Придание формы пескам времени требует огромной силы и мастерства. У тебя нет ни того, ни другого, Лю Кан. Ты можешь быть богом, но я Титанида. Наша работа окончена, Лю Кан. Лорд Рейден? Теперь я просто Рейден. Ты доказал, что достоин занять мое место и стать новым защитником Земного Царства, как только она будет восстановлена. Это честь для меня, Рейден. Как и для меня, лорд Лю Кан. Пески времени теперь приобретут форму, которую ты пожелаешь. Тебе предстоит создать новую историю. Судьба всех миров в моих руках, но Рейден, я не могу проделать это в одиночку. Я буду давать тебе советы так долго, как мне позволит моя смертность. Но не сомневайся, ты готов к поставленной задаче. Что ж, начнем вместе.